Привет, дорогие зрители и обычные обыватели Ютуба, с вами Кот, и добро пожаловать к боссу Наташе. Продолжаем, значит, проходить Атомное сердце, боже мой! Это один из самых неуклюжих боссов. Но какой это хардкор. А-а-а! Черт! Наш меня сейчас грохнет. Так, спокойно. Так, 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 так. Быстро, быстро, быстро. Хилку, 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 срочно. Блин, какой кошмар. Так, пожалуйста. Наташа, будь поспокойнее, я тебя прошу. Черт, она взлетает. Боже мой. А-а-а! Это мины. Давай, стреляй, стреляй, стреляй. Главный герой, атакуй. Боже мой. Какой ужас. Какой ужас. Так, хорошо, если мы сейчас переключимся на топор, будет хорошо. Так, давай топор. Блин. Кошмар какой. Так, давай, давай. Давай уже, мочи этого робота. А, сейчас мы ему все проводки перерубим. Давай. Ступай, ты посмотри, что делает. Так, давай, 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 давай же. Срочно, срочно. О, боже мой. Тут еще вокруг роботы есть, дорогие друзья, с пилами и ножами. Так, спокойно. Так, давай пушку. Давай, 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 давай. Давай, давай эту Наташу, блин, черт подери, мочи. Так. Топор. Так, поехали. Пока она сейчас пока в такой отключке. Небольшой, надо ее мочить всеми силами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, спокойно. Сейчас, наверное, взлетать будет. Я это уже чувствую. Так, нет, выпустил ракеты. Так, давай, срочно мочи этого босса. Так. Давай, давай же, давай. Чем-то смахивает на босса ежиху. Так. Босс ежиха напоминала чем-то паука. Большим количеством ног и деталей. Так. Здесь же у нас неуклюжий робот. Так, давай, мочи же эту сволочь. Так, хорошо, сейчас мы ее закидаем специальной пеной, которая ее чуточку замедлит. Так. Хорошо, так, давай. Мочи, 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 мочи. Так, совсем чуть-чуть осталось. Боже мой. Черт, черт, черт. Давай хилку. Где она? Черт! Боже мой, как... Вроде такой большой робот, а я ее потерял. Так. Давай, мочи, мочи, чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Есть, отлично. Спектакль окончен. О, сука. Товарищ майор, вы... Фух, молча. Безумие какое-то. Давайте сейчас отпросим молча, лады? Сынок, ты обыскал тело Петрова? У него при себе не было пары золотых колец с литерной маркировкой. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. При себе у Петрова ничего не имелось. Понятно. Не теряя времени, направляйся в комплекс Павлов. Так точно. Уже спешу. Товарищ майор, опишите свое текущее состояние. Я регистрирую потерю внимания и мощный эмоциональный всплеск. Состояние, блядь? Да в ахуе я просто, ёпты. Я снова провалил задание. Что со мной происходит? Виктор мертв, у меня его башка. А Сеченова, блядь, это устраивает, понимаешь меня? Нет, товарищ майор. Я разные вещи делал, но я не таскал человеческие головы как трофей. Ты видел этого огромного робота в театре? Боевой робот в театре ХРАС. А знаешь, что бесит больше всего? Нет, товарищ майор. Кольцо! Ёбаное, блядь, кольцо, которое мне дал этот ёбаный Петров! Знаешь, почему меня это так бесит? Нет, товарищ майор. Вот и я не знаю, сука. Ладно, нормально.
А, я нормально, нормально. Так, нам в Павлов. Идеи есть? Секретный комплекс Павлов находится на отдаленной территории предприятия 3826 Сахалин. Проложить туда пеший маршрут довольно сложно, учитывая большие скопления врагов. Я бы предложил передвигаться на транспорте. И, товарищ майор, самое время улучшить свой арсенал настолько, насколько это возможно. Будет не лишним поискать научные полигоны предприятия. А, ну все, поплакались. Погнали дальше. Ну-ну, майор, как скажете. Майор, оружие или... Даже не знаю, дорогие друзья, что нам улучшить. Может, шокер какой-нибудь. Хотя шоком мы особо не пользуемся. Можем улучшить какую-нибудь еще из способностей. Так, второе дыхание. Отличный уровень подготовки дает вам силы для выполнения дополнительного рывка. Повышение эффективности защиты костюма. Так, массовый телекинез, полимерный бросок, полимерный щит. Ну вот я бы щит бы улучшил бы, если честно. Давай-ка, кстати, улучшим. У нас много накопилось кое-каких штучек для улучшения. Так, атаки ближнего боя преобразуются в энергию. Так, ну-ка, отражающая поверхность. Так, ну короче, давай вот это качнем. Так, энергия персонажа. Так, можно вот это. Экономность. Атаки дальнего боя тратят энергоресурс. Так, окей. Ну, значит, будем копить на последнее. Так, энергономичность. Повышение уровня автовосстановления энергии. Вот это нам как раз вот нужно, дорогие друзья. Но получим это уже в другой раз. В принципе, давай сохранимся. Фух, идем дальше. Посмотрим, что нас тут ждет. Пора нам, я так понимаю, уже выбираться с этого театра. Вам понравилось представление? Приходите снова, мы вам рады. Обязательно посетите нас еще. Мы ожидаем новую партию удивительных роботов для вашего увеселения. Следующее представление будет еще интереснее. Ожидайте продолжения через год. Я вижу, что вам понравилось у нас настолько, что вы не торопитесь уходить. Чтобы купить билет, пройдите через фойе с пассом. Посетите буфет, пройдите в ванну. Вы ничего не забыли в гардеробе. Зайдите в туалетную комнату. Покинь это место! Майор Петри, я жду вас в комплексе Павлов. К вашему прибытию все готово. Бегу со всех ног. Для передвижения между научными комплексами рекомендую воспользоваться автомобилем. На поверхности произошел всплеск активности ростков побега. Снаружи все кишит култышами. Мутантами. А, култышами. Учту, это все? Один вопрос. Филатова здесь не было. Я понимаю. Вы не находили на теле Петрова золотых колец? Два кольца с литерами бета-1 и бета-2 на внутренней стороне. Нет, не было у него с собой ничего. Конец связи. Ну что? А, баба Зина, давно не виделись. Да ни хрена я не уверен в том, что здоров, но, по крайней мере, жив. Слыхала я, что ты все же добрался до подлеца Петрова. О, Виктор Цой, дорогие друзья, играет отлично, шикарно. Или он сам до себя добрался, прежде чем я добрался. И чего, внучок? Раз голова его у тебя, стало быть, скоро все это закончится. Иди ты отдохнешь. Уже мечтаю об этом, баба Зина. А ты не против, если я загляну к тебе чайку? Заходи в любое время, касатик. Да, кстати, ты пока Петрова ловил, колечек пятерных не находил часом? Две штуки. С виду на золотые похожи. Нет, Бабзин не встречал. На трупе Петрова вещей не было. Ну да ладно, неважно. Ты главное береги себя, внучок. И уходи, если что. Ой,
Почему вы обманули всех, товарищ майор? Предатель Петров отдал вам эти кольца перед смертью. Потому что все обманывают меня. Даже Дмитрий Сергеевич, чего я не ожидал. На каком основании вы сделали такой вывод? Сопоставил слова Петрова с фактами. Вас не затруднит объяснить подробнее? Петров сказал, что боевой режим был заложен в роботов еще на стадии конструирования. Что запрограммировать все модели он бы физически не смог. А ведь это правда, мать. Почему вы так решили? Да потому что Петров – слюнтяй, слабак и тряпка. Короче, программист он, а не боец. А роботы дерутся сознанием дел. Он бы не смог запрограммировать их так, раз... Петров, скотина больная, правдолюбец долбанный, мать его. Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мутил. Вряд ли Петров хотел подобного результата. Он не генетик и не селекционер. Он не мог предугадать всех последствий сбоя. Тогда нехрен было его устраивать. Столько людей полегло. А этим с побегами вместо башки вообще пришлось умирать дважды. Сначала от робота, а теперь вот от меня. Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию. Тут я с вами полностью согласен. Да нахрен Петрова, он уже сдох. Людей жаль. Я после войны служить остался, чтобы вот этого всего не случалось. А тут... Мне искренне жаль, товарищ майор, что все так получилось. Крас, почему все так охотятся за этими кольцами? Вы об этом коннектора? Потому что недействующие в то же время считаются несуществующими. То есть никто не докажет, что они есть? Даже коллектив после запуска? Особенно коллектив после запуска. Для коллектива те, кто будет подключен к нему через бета-коннекторы, попросту не будут существовать. А сами они будут видеть коллектив? В полном объеме. Носитель бета-коннектора не сможет влиять на коллектив изнутри, ибо его для коллектива не существует. Но он будет в курсе всего, что происходит внутри коллектива, как любой официально подключенный к нему человек или робот. А официально подключенный к коллективу человек или робот сможет при желании отключиться от коллектива? Можно же просто снять с себя мысль, разве нет? Полагаю, что да, можно. Полагаешь? То есть ты не уверен? Или ты тоже мне что-то недоговариваешь? На эту тему у меня недостаточно данных, товарищ майор. В любом случае, ничто не мешает человеку снять с себя мысль. Этот прибор надевается на голову, а не имплантируется в череп. Это радует. Крас, то есть никто не может загнать человека в коллектив силой? Петров ошибался? Не совсем. То есть как это не совсем? Если я не член коллектива, как коллектив может узнать об этом? Методом от противного. Допустим, вы проходите мимо робота. Робот идентифицирует вас как человек, но на вас нет прибора мысли. И данный робот не получает от вас мысленных команд в ответ на свой запрос. Он понимает, что я вне коллектива и докладывает об этом остальным. И все остальные начинают меня гнобить, так что ли? В общих чертах, да. Но я же могу надеть мысль, пройти куда мне надо, сделать все, что мне требуется, а потом эту мысль снять. Разве не так? В общих чертах, да. Тогда зачем все так дергаются относительно этих колец? В точности утверждать не могу. Может, это вопрос личного комфорта. Прибор мысль после каждого надевания придется настраивать заново. Кольцо же просто снял и надел. Никаких хлопот. Что-то как-то слишком просто. Крас, не секрет, что США постоянно вводят санкции против наших гражданских роботов. Зачем они так поступают? Подозревают что-то? Разумеется. Определенные опасения у американских спецслужб имеются. На то они и спецслужбы. Испытывать опасения по вопросам безопасности своей страны – это их работа. Но ведь у них нет никаких конкретных доказательств. Значит, и оснований тоже нет. Совершенно верно. Именно потому предатель Петров и устроил этот сбой. Хотел показать всему миру, что у наших мирных роботов есть боевой режим. Это уже понятно. Но в США этого не знают. Зачем им санкции? Последствием введения санкций правительство США лавирует между интересами крупных капиталистов и быстро возрастающим недовольством рабочего класса. Ты имеешь в виду, что простые американские рабочие требуют закрепить наших роботов, потому что те вытесняют их с заводов и фабрик? А капиталисты, наоборот, хотят получить побольше бесплатных роботов, чтобы полностью избавиться от рабочих. Совершенно верно. Правительство США испытывает сильное давление с обеих сторон. Поэтому они категоричны и не запрещают роботов. Раз и навсегда. Они не ограничивают квоты на их ввоз и тому подобное. А Советскому Союзу разве не наплевать? Ну и пусть американцы вводят свои санкции. Нам-то что? Они же сами себе мешают избавляться от рабочего класса. Нам же лучше. Мы же за трудовой нам. Чем больше ограничений на ввоз и эксплуатацию роботов, тем меньше наших роботов будет находиться в ключевых государствообразующих узлах США на момент запуска коллектива на ноль. То есть советское правительство заинтересовано в том, чтобы в момент запуска боевого режима наших гражданских роботов в США было как можно больше?
Так и захват США пройдет быстрее и надежнее. Логично, что сказать. Раз. Это что за место? В смысле, для чего нужен этот комплекс? Комплекс Пауэлл — это альма-матер всех прорывных изобретений предприятия 3826, относящихся к Беллу. Здесь проводятся уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей. От выведения новых пород сельскохозяйственных животных до создания космических технологий. Космические технологии? А разве луноходы создают здесь, а не в Челомее? Освоение космоса — это не только техника, товарищ мой. Да, безусловно, чтобы попасть на Марс, требуется космический корабль и марсоход. Но что потом? После того, как люди добрались до Красной планеты. То есть тут выводят животных для Марса? В том числе. Помимо выведения новых видов животных, пригодных для существования в марсианских условиях, советская наука ищет способы повысить человеческие способности к выживанию. Жабры, что ли, отрастить? Чтобы в газовом океане плавать? Газовый океан на Юпитере. На Марсе запредельно низкие температуры и ужасающие по своим скоростям ураганы. Но в целом вы правы. Резервы человеческого организма полностью не изучены. Здесь мы по мере сил восполняем эти пробелы. То есть передовая медицина, новейшие системы жизнеобеспечения – это все отсюда? Именно так, товарищ майор. Сколько же светлых умов трудилось здесь на благо всего человечества? А теперь их нет. Действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Думаю, завтра. Если роботов полно на всевозможных военных базах, в штабах и пусковых шахтах, и никто не ждет от них нападения, то роботы застигнут американских военных врасплох, как застигли врасплох подразделения, охранявшие предприятие 3826. Правильно, Чай. Мир только оправился от войны, но в массе. Ну, не так уж и печально, если подумать. Что вы хотите этим сказать, товарищ мой? Если товарищ Сеченов и Политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Во время боевых действий гибнут мирные жители. Вам не знать. Если роботы запрограммированы не убивать гражданских, то атаковать мирное население они не станут. Раз, ты же робот, должен понимать. Я робот? Что ж, ну в какой-то мере вы робот. А что, нейрополимерные перчатки не будут подчиняться коллективу? Зависит от конструкции. Какие-то будут, а какие-то вполне могут подчиняться только носителю. Но речь не об этом. Медные роботы, которые войдут в боевой режим, получат этот приказ от коллектива. И тот, кто будет определять политику коллектива, может с легкостью приказать им убивать всех. Ну всех-то зачем? Это же люди, рабочий класс, колхозники, ученые. Твою мать, так вот для чего нужны им эти кольца. Для чего же? Надевать на своих роботов, чтобы они слушались только тебя. Ты же можешь снять с себя мысль и отключиться от коллектива. А робот нет. Так получится, что твой собственный домашний робот сам же тебя в коллектив за шиворот и притащит. Вы правы.
В смысле погибших? Тела убитых роботами людей валяются там, где их убили. А эти откуда? Их же тут десятки. И большинство молодые. Это тела добровольцев, погибших в ходе опасных экспериментов на людях. Охренеть. Нет, ну я в курсе, что некоторые особо важные эксперименты невозможно проводить на всяких там мышах или свиньях. И для них требуются живые люди. Но чтобы столько трупов, это же просто охренеть. К сожалению, золото не все проходит гладко в пути. Иногда добровольцы гибнут. Именно для того, чтобы их смерть не была напрасной и существует этот подобие. Причины каждой смерти тщательно изучаются, чтобы избежать их повторения в пути. Ни хрена себе иногда. Вы бы хоть использовали для этого, не знаю, осужденных смертников. Да и то. Подобная практика применяется. Но не все эксперименты могут быть выполнены на отбросах общества. Некоторые сверхважные и сверхсекретные разработки требуют участия исключительно полноценных в психическом плане личности. Иначе все это может закончиться крайне трагично. Да куда трагичнее, как раз. Поверьте мне, товарищ майор, есть перспективы похуже. Иногда гибель в ходе эксперимента нескольких десятков добровольцев приводит к прорывному открытию, благодаря которому будут спасены жизни сотен миллионов. Так, например, было найдено средство против конечного чуда. Пошли дальше. Пора все это заканчивать.
Итак, дорогие зрители, наконец-то я прошел этот странный момент с мутантами, с роботами с пятой попытки. Реально очень трудно сейчас сражаться. Значит, я немножко покопался в наших способностях. Теперь у нас вместо типа перчатки огнетушителя перчатка телекинез. Просто шикарно. Ну и также я улучшил топор. В принципе, теперь мы будем рубить там с одного, с двух ударов противников. Это просто прекрасно. Ну что ж, погнали дальше. Так, нам, скорее всего, нужно наверх, в столовую. Погнали. Себе размерчик. Храс, это вообще что? Здесь ведутся эксперименты по созданию нейрополимерных эндоскелетов различных животных, приспособленных к существованию в агрессивных условиях внешней среды различных планет Солнечной системы. Эндоскелеты? Надеюсь, эта штука на нас не набросится. Здоровенная. На данной стадии у экспериментальных образцов отсутствуют структуры нейрополимерных мозговых тканей. Пока это лишь полимерные тела. Они не способны передвигаться. Размер у них, конечно, впечатляющий. Это для планет с низкой гравитацией? Какие-то для низкой гравитации, какие-то для высокой. Исследования ведутся во всех направлениях.
В одной из ванн вы можете увидеть попытку вывести организм, приспособленный к существованию в Юпитерианском океане. Не ожидал увидеть Виктора в таком виде и при таких обстоятельствах. А ведь когда-то мы были не росли вода. Но Виктор сделал слишком много неправильных выборов. И какой итог? Благодаря гению Дмитрия Сергеевича все знания, полученные Петровым, останутся с нами. К концу процедуры ассимиляции мы сможем вернуть роботов в прежнее состояние. Не трогай его хотя бы после смерти, подлец! Граната! Устанавливаю соединение. Профессор сказал, что ты третьи сутки не спишь. Не хочу. Снотворное. Бутылку водки. Скажите еще водку со снотворным. Вы же знаете, я этого не люблю. Мой мозг. В детстве меня удивило, что брат боится спать в темноте. Мама оставляла ночник, брата это успокаивало, а мне мешало. Свет сковывал воображение. По той же причине я не любил детские книги. Были картинки цветные. Теоретическая физика. Наука не пытается представить мир ярче, безобиднее, не выдает ложь за истину. Она просто излагает факты. Так я узнал, к чему мне готовятся. А еще я сделал одно открытие. Чудовище в темноте ведет себя естественно и подлежит изучению. Чудовище на свету. Потому не предсказать. То есть опасно. Очень опасно. Более того, именно свет идет с чудовищами. Понял, о чем я? Более или менее. Я могу выключить свет. Да. Офигеть, дорогие друзья! Вы заметили? У нашего главного героя
Вместо рук лапки кошачьи? Ну там, в принципе, было написано, что главный герой очень любит кошек. Но то, что мы играем за котика, это очень-очень необычно. Так, хорошо. Куда нам идти, черт подери? Я вообще понять не могу. Что здесь вообще происходит? Так, может, лифт поможет? Пока даже не знаю. Ага, так, можем забраться, да? Так, еще чуточку повыше давай и... Хоп, отлично. Твою мать, что за... Храс, где Лариса? Доктор Филатова скрылась еще до взрыва. Что там со Штоком произошло? Взрывом товарища Штокхаузена отбросило ванну с полимером. К сожалению, он погиб. Вот же лицемерка. Я врач. Вот тебе и врач, и тише пассатижи. С гранатой. Муж и жена одна сатана. Впрочем, Филатова и Петров не состоят в браке. Да какая разница? Надо найти выход. Ну хорошо, дорогие зрители, здесь мы и как раз делаем паузу. Всем спасибо за просмотр. Все было очень-очень круто. Вот что осталось от Хаузена, этого Мюнхгаузена. В принципе, один скелет. Короче, жесть. Что происходит? В принципе, как-то... Так, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх, всем удачи, всем бай-бай.